Что расскажешь о Востоке? Непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена. Там горянки величавые, пугливы, как стрижи, но глаза глядят лукаво, через сетку поражены. То оазисы, то горы, то пустыня, Регистан, мчатся бронетранспортеры из Кабула в Чахчара. Там одна сплошная суша, не бывает жарче суш, но с вершины Гиндукуша видит только Гиндукуш. Там народ неторопливый, почитающий Коран, где написано красиво о проделках мусульман. Там землей латают крыши, там стреляют по ночам, там предложат вам гашиш предприимчивый бачам. Там поклонники Хаяма, знатоки Фердоуси, но о том, что стих ислама спорить, Боже, упаси. Вам вас разбудит на рассвете вопиющий с неба глаз, то молла зовет к мечети делать утренний намаз. Там экзотики навалом, экзотичней не найти, там стреляют из дувала вдоль колонного пути. Так что расскажешь о Востоке, непривычная страна, там совсем другие боги и другие имена.